Опытные спикеры, видеослайды, информационные буклеты и каталоги – обычные атрибуты обучающих семинаров, посвященных теме ЖКХ. Но в этом году есть определенные изменения. Впервые в нашем муниципалитете их представили жителям поселка совхоза имени Ленина. В этом году представители ассоциации областной будут у нас проводить обучающий семинар про ЖКХ. И он будет немножко по-другому обыгран в том плане, что здесь будут ответы на вопросы, здесь будут какие-то игры. Здесь будут как-то вот немножко по-другому, чтобы было людям интереснее. Действительно, теперь это не только и не столько выступление спикеров, сколько живой диалог с залом. Встреча со специалистами была организована при содействии общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Проблем в поселке действительно хватает. Если мы говорим про многоквартирные дома, речь идет о жилищном кодексе. А по жилищному кодексу это первое, что должны сделать жители, заселившись в течение года, избрать совет многоквартирного дома. Насколько мне известно, здесь этой истории нет. Мне ни об одном из советов многоквартирных домов не известно, нет их. Один из спикеров Татьяна Зайцева, кроме работы на должности координатора Совета Ассоциации председателей многоквартирных домов Подмосковья, она входит в общественный совет Министерства ЖКХ региона, является организатором различных областных мероприятий. Мы делимся опытом, ездим, рассказываем, делимся секретами. Сегодня у нас тема капитальный ремонт, и будут очень много секретов относительно капитального ремонта. Немножко приложить усилий, немножко волшебства, и вы сможете сэкономить до 30% платежки за отопление. Подобные семинары не теряют своей актуальности. Кроме того, что каждые 3-4 месяца меняется законодательство в области ЖКХ, Ленинский округ активно застраивается, появляются новые жители. И о том, как эффективно выстраивать свои отношения с управляющими компаниями и властью, лучше и проще всего узнавать на подобных встречах. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ.